Всем привет! Сегодня 21 июня, и именно сегодня начинаются мероприятия в Салу, посвященные празднику Сан-Хуан. Сегодня, например, будет карифог, то есть большое шумное мероприятие, проход по Хайме Первому по проспекту, и приедут ведьмы из других регионов, потому что там какое-то количество лет уже этим ведьмам, и они сегодня празднуют годовщину. Соответственно, мы увидим ведьм не только из Салу и Тарагоны, но еще из других регионов. Все должно начаться в 8 часов вечера, но, как обычно, ничего в 8 часов вечера здесь не начинается. Ожидаем, смотрим, что будет дальше. Мероприятие закончится на площади Автономии, а начнется оно около фонтана с улитками. Соответственно, люди, коллективы пройдут по проспекту Хайме Первого, из одного конца в другой. Вот так выглядят участники. Они просто идут к месту сбора вместе со своими друзьями. Это часть, музыкальная часть, соответственно, которые сопровождают ведьм и прочих героев ритмами на барабанах. А это котлы желаний, которые будут гореть, и туда можно будет бросить свое желание, которое должно сбыться. А вот посмотрите, как ведьмы выглядят. Один котел желаний такой, второй, школы. Ну да, эти попроще, конечно. Вот этот вот самый приличный. Подходят туристы, подъезжают новые коллективы, все собираются, что-то обсуждают. Видимо, ждем наступления темноты. Итак, уже стемнело, и скоро начнется карифог. Пошли смотреть вместе со мной. Интересно, оказывается, карифог начался с разных точек. Обратите внимание, одна точка, вторая точка. И третья точка. Карифог вообще это танцующий огонь. Коллективы проходят со своими фейерверками, петардами, стреляют во все стороны. Будьте осторожны, туристы не особо это понимают, но необходимо соблюдать дистанцию, либо быть одетыми так, чтобы вас не обожгло, уж тем более не попало вам в глаза. В данном случае проходят исключительно ведьмы, чертей я, честно говоря, не заметила. Но опять же, ведьма может быть как мужчина, так и женщина. Это не принципиально, в коллективах участвует кто угодно. Тем более, что это достаточно тяжелая физическая работа, как я понимаю, потому что вот это бегать, прыгать все время под огнем, не каждый согласится. Безопасностью на данных мероприятиях весьма специфично, просто чтобы вы знали. Естественно, есть и скорая, и пожарная служба, но несколько раз мы уже видели, как горят пальмы или как обжигаются люди, потому что не все фейерверки хорошие, иногда бывают такие, которые взрываются очень сильно рядом с людьми, люди не успевают отскакивать, поэтому поберегите свои волосы, одевайте кепки, одевайте какие-то головные уборы, либо просто платками их закрывайте, если хотите в самую гущу событий. Пока есть возможность, рассмотрите их наряды. К сожалению, в темноте уже не так хорошо видно, но обратите внимание, какие раскрашенные костюмы. Ну а дальше началось представление. Я его немножко подсняла. Разные группы ведьм показывают варианты шабаша. Достаточно интересно, но, конечно, не очень понятно.
Elemento agua, que tus corrientes nos purifiquen, concede intuición y sensibilidad, que así sea. Grandiosa madre de todos nosotros, reina de las mareas y del flujo eterno, te invocamos en este momento sagrado para que nos envuelvas con tu energía sanadora. Con tu amor y compasión, guíanos a través de las aguas de la vida. Que así sea. Gran Dios, Señor de las aguas profundas, guardián de los ríos y océanos, te invocamos en esta hora sagrada para que nos protejas con tu fuerza fluida, con tu poder y vitalidad. Danos la resiliencia para enfrentar las tormentas. Que así sea. Elementos sagrados y divinidades protectoras, unidos en este círculo, bendecid este espacio. Que la sabiduría del agua, la compasión de la diosa y la fuerza del dios se manifiesten aquí y ahora. Que así sea. Esperit de l'oest, element aigua, que les teves corrents ens purifiquen, concedeix intuïció i sensibilitat, que així sigui. Gran deessa, mare de tots nosaltres, reina de les marees i del flux etern, t'invoquem en aquest moment sagrat perquè ens embolcallis amb la teva energia sanadora, amb el teu amor i compassió, guia'ns a través de les aigües de la vida, que així sigui. Gran Déu, Senyor de les aigües profundes, guardià dels rius i oceans, t'invoquem en aquesta hora sagrada perquè ens protegeixis amb la teva força fluida, amb el teu poder i vitalitat. Dóna'ns la resiliència per afrontar les tempestes, que així sigui. Elements sagrats i divinitats protectores, units en aquest cercle, beneïm aquest espai. Que la saviesa de l'aigua, la compassió de la deessa i la força del Déu es manifestin aquí i ara. Que així sigui. Thank you.
Итак, мы досмотрели Корифок до конца. Это было немножко не то, что было в прошлом году. Точнее, видимо, конкретно такого в прошлом году не показывали. Почему? Потому что в этот раз съехались разные компании ведьм, и каждая из них, из каждого города компания, они представляли свою интерпретацию. Я бы сказала, что это был шабаш ведьм. И по 3-4 минуты от каждого города они показывали какое-то свое небольшое представление. Ну и потом в конце все под вот эти фейерверки бегали-прыгали. Все хорошо, но просто есть такой нюанс, что они это все делают от души, но у них очень большие временные промежутки между выступлениями. У них нет никакого ведущего, который там толпу бы поддерживал или объяснял хотя бы, кто выступает, зачем выступает. Все очень так скомканно. Понятное дело, что им все это нравится, но вот очень много туристов рядом с нами стояли, и реально люди не понимают, что происходит, почему происходит. Вообще, то есть там прервалось выступление, точнее, выступление одно закончилось, люди начинают уходить, они думают, что все закончилось, потому что никто ничего не объясняет. Вот это вот минус. Не очень понятно для туристов все организовано. Но если вы в это время в Салоу, когда вот такие мероприятия, обязательно их посетите, потому что это действительно интересно. И вот конкретно вот эти вот корифоки очень для туристов будут необычны. Поэтому я их прям очень рекомендую посещать. Но в обязательном порядке возьмите себе платочек или кофточку, или бандану, потому что во время корифоков, во-первых, вам нужно одевать ту одежду, которую вам не страшно, что ее прожгут, а во-вторых, у вас, если у вас аллергия, таблеткой закиньтесь, либо не хотите, и прикрывайте нос и рот, потому что дымовые шашки используют, вот эти вот петарды используют, они очень сильно вонючие, и, конечно, дышать тяжело. На этом мы закончим, до новых встреч, всем пока!